Завершение модернизации на картонно-делательной фабрике ждал не только коллектив, но и весь Сураж. На единственном крупном промышленном предприятии города трудятся практически все жители небольшого Суража. В процессе замены оборудования принимали участие не только иностранные специалисты. Активно помогали и свои работники. Это позволило провести техническое обновление производства за очень короткий срок и сократить убытки от простой поточной линии. Сегодня основная картонно-делательная машина фабрики обновлена на 90%. Оборудование установлено высокотехнологическое, что нам позволит увеличить производительность и качество выпускаемой продукции, но в то же время нам будут необходимы и кадры, соответствующие для работы на данном оборудовании. Рост объема производства и качества продукции, расширение ассортимента, а также сокращение расходов на энергоресурсы и улучшение экологической обстановки в городе. Таковы результаты модернизации производства. Это увеличение объема производства, это увеличение денежного потока, это увеличение налоговых отчислений в бюджеты. К примеру, за прошлый год сумма всех платежей в бюджеты составила порядка 306 миллионов рублей. В этом году она должна быть больше. Увеличение средней заработной платы, то есть мы планируем довести ее до уровня 35 тысяч рублей в месяц. Новое оборудование, установленное на картонно-делательной машине, высокотехнологичное. Весь процесс производства автоматизированный, требует от сотрудников не только внимательности, ответственности, но и особых знаний. Коллектив для работы на КДМ формируется до сих пор, и отбор проходит достаточно жесткий. В основном это молодые сотрудники, имеющие специальное высшее образование, прошедшие курсы повышения квалификации и обучение за рубежом на предприятиях-поставщиках оборудования. Михаил Мазур обучался в Санкт-Петербургском университете по направлению от предприятия. После окончания вуза работал мастером. Сейчас уже начальник цеха. Перспективы есть. Сейчас даже фабрика направляет многих ребят в этот же университет. Они обучаются. Ну и дальше применяют свои знания на практике и растут, карьера растет. Старший сушильщик бригады Станислав Ваханцов сейчас обучается на машиниста картонно-делательной машины. О перспективах карьерного роста думает уже сейчас. Захотелось постоянства, и я устроился на фабрику. Работаю с 2008 года. Я обучаюсь в Санкт-Петербургском государственном университете растительных полимеров, инженер-технолог. Модернизация позволяет предприятию расширить рынки сбыта и активно участвовать в программе импортозамещения. Заработанную прибыль после обновления фабрика рассчитывает потратить на модернизацию других цехов. Развитие градообразующего предприятия гарантирует стабильность сурожанам. Фабрика финансирует детскую и взрослую футбольные команды, дом культуры, стравпункт и сохраняет все социальные программы для своих сотрудников, питание, медицинское обследование. Екатерина Морозова, Дарья Нефедова, Вести Брянск, Суража.